Ну, на примере Румаса могу сказать, что у меня состоялся с ним разговор. Больших претензий у меня к нему нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Он мне прямо сказал, я хочу заняться бизнесом, я хочу заработать деньги, немалые деньги, я могу их заработать. Я говорю, Сергей Николаевич, я буду только приветствовать. Я не думаю, что Румас уедет со страны и увезет эти деньги. Он их вложит здесь, в экономику. Но все должно быть честно и по закону.